хожу. На здоровье, слава богам, не жалуюсь, а хлеба из каменьев и она не напечет. Ой, да ладно. Хорошо, что в деревне снова есть ведьма. Да ведь это новая и не такая злая. За словом, в карман не лезет, но если что нужно, так не откажет. Чарами не наешься, говорю я вам. Да и глаза у нее не косые. Даже бородавок нет. Да и волос у нее не седой. А значит, и в голове ничего нет. А ты почем знаешь, ежели к ней не ходишь? Так люди говорят. Я-то сама не любопытная, но если говорят, так слушаю. А что там в мире, слышишь? Эй! У моего папы тоже когда-то был меч. Даже боги плачут над нашей судьбой. Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру.
хранят тебя боги. Даже боги плачут над нашей судьбой. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. И часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты?
Сидел дьявол на... Я ищу местную колдунью. Вот и ищи себе, а я ничего не знаю. Выпил дьявол два ведра, голова болит с утра. Добрый день! Хорошенького, понемножку! Значит, ну, чудище, понимаете? А вот. Сделаю себе прощу и поймаю медведя. Так что, думаешь, его приворожить? Ведь бы тебе не без толка дала? Боги тебе в помощь. Дождик. Кто пойдет прыгать по лужам? Даже боги плачут над нашей судьбой. Это перед ливнем комарьё так съелось. Thank you.
Это перед ливнем комарьё так съелось. Я что, знаю, кто ты такой? Придут ли, когда лучшие времена? Бед, червяки повылазят. Чужой! Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? Прощай. Когда вернется мама? Добро пожаловать в наш сортир. Дети, домой! Это перед ливнем комарьё так съелось. Даже боги плачут над нашей судьбой. Думаешь, его приворожить? Ведь тебе не без стопа дал? Тише. Вот и идёт. Так что? Даже боги плачут над нашей судьбой. Даже боги плачут над нашей судьбой. Куча разверзлась. Куча разверзлась. А? Ну, нахвали, дядя.
Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть, я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Хм. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Не-не-не, это слишком. Лишачиха наш, понятное дело, супротивник серьезный. Только вот нет у нас столько. Может, скинете чуточку? Ладно, пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Если бы не хозяйки, что в чаще правят, давно бы мы все померли. Когда вернется мама? А! Ну-ка, ну-ка! Thank you.
дождик. Thank you.
Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела, как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. Может, мне старика к ручью послать? А ну как поймает чего? О-ха-ха! Улиток наловит! Чего уставился? Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Надо бы его другой раз колдунье послать. Может, и от лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдуне. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелило. Он двинуться не мог. А от колдуни вернулся здоровенький. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники, хоть бы детишки поживали. У Марьяны-то мужик умеет о семье позаботиться. Наловил водяных крыс. На много дней еды хватило. Покупайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Сделаешь мне одну вещицу? Будь здоров. Голова болит,
День добрый. И говорят, знаешь, где искать местную колдунью. Это кто сказал? Жена твоя. Глупое бабище. Оставьте меня в покое. А бабу мою не слушайте, потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуньи, ни знахарей, ни вещих бабок не осталось. Так занят? Не буду мешать. А вам чего надо? Говорю же, про колдунью болтать не буду. Может, Маркрон освежит твою память? Ну, раз такое дело. За деревней найдете прудик, а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только зла ей не причиняйте, судьи. Мы тут про таких, как вы, слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуньи жгут. Значит, и у вас охотники за колдуньями побывали? Нет, но слухи про них ходят. И как я вас, сударь, увидел с этими мечами, так сразу и подумал. Значит, правду говорят. Я ведьмак, а не охотник за колдуньями. Что? А это не то же? Нет. Ничего я вашей колдуньи не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась, но умная, аж страх. И собой не дурна, если кому худющая нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров. Здесь шла женщина босиком. Здесь шла женщина босиком.
ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Бежать она не смогла. Он ударил ее ножом или резал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Отнес тело в лес. Дело не глубокое, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо?
же девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. А твоей жопой я сам пойду. Что такое, сука? Боги! Жопу укушенный.
тебя всякое молчание. Я вот не забуду, что я в нем ночью. Ты деда в лес за сухим хворостом послал. Сохрани меня от зла днем и ночью. Я его отдала, потому что жрать уже было нечего. Куча разверзлась. Куча разверзлась. Прячьтесь, прячьтесь! Люди добрые! Вам чего тут? Это планетники нам дождь посылают. Даже боже, плачут на дождь. Даже боги плачут над нашей судьбой. Чего? Покажи свои товары. Thank you.
Бывай. Куча разверзлась. Даже боги плачут над нашей судьбой. Дождик! Вот дьявол! А я-то деда в лес за сухим хворостом послал. Thank you.
Гнусный же ты. Ну, пиздец. Thank you.
Что, паскуда? Thank you.
Thank you.
не здешней должно быть. Берегитесь, гули. Такое ремесло, что вы ничего голодать не будете. Это моя поляна. Ведьмак. Иди своей дорогой. Это что нужно сделать, чтобы получить такой меч? Белоголовый. Нелегко сейчас. Ой, нелегко. Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги! Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантек, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Тот самый... Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту.
Да ладно. А ты любишь сверчков? Покупайте Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. И часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты?
сегодня получил горбушку хлеба.